Всем привет! Посадила я огород, делать нечего, тоска зеленая, а на коп-то хочется. Думаю, куда поехать? Вот приехала опять на эту старинную деревню, на которой уже была 3 раза. Посмотрите, все какое зеленое. Трава, наверное, по колено. Но ничего, походить можно. Благо у Деуса катушка 22 сантиметра. Если вышло это видео, значит, нашла я находки. Смотрите, думаю, будет интересно. Всем приятного просмотра, а я иду искать. На машине я подъехала к самому берегу. На улице тепло. Вы не представляете, какой запах, аромат стоит, черемуха цветет. Все благоухает. И также птички поют. Красота. Тучи, конечно, на небе. Может, будет дождь, хотя не обещали. Но буду ходить искать. Просто уже нет сил дома сидеть. Хочется на поиск. Тем более, это мое любимое хобби. Дождик пошел. Еще и лопату-то с металлоискателем не достала. Но тучка небольшая, думаю, пронесет. Но говорят, дождь к серебру. Может, я и серебро сегодня найду. Вон, видите, ветер поднялся. Так что, думаю, ненадолго подожду. Пока дождь закончится. Смотрите, град пошел. Вот и я приехала на коп. Градин из горох. О, и гром гремит. Ужас какой. А я копать собралась. Слышите? Вот это да. Знать, кладуху найду. Слышите, какой дождь идет? Да не только дождь, а град опять. Окна запотели. Вот и коп, да коп у меня. Сижу, пережидаю в машине. Надеюсь, закончится. Дождик закончился, тучки прошли. Там вроде просветление. Солнышко выходит. Ну, а я иду искать. Слышали? Кукушка куковала. Черемуха цветет. Запах. Обалдеть. Ух, как птички поют, заливаются. Вошла я в деревню. Видите, сколько травы. Но буду ходить искать. Приборчик мой с лопатой. Деус 2. Очень он мне нравится. Замечательный. Хорошо ищет. От 4 до 45 килогерц частота. Программа у меня чувствительность полифония. Изменила я дискриминацию 2,5. Скорость 2. Метку в 0 отключила.
больше никаких настроек не меняла. Гремит немного, но вот только я отошла от сиреньки, вот здесь дерево такое, травы здесь не так много, я хожу вокруг него, у меня сигнальчик вот здесь был, посмотрите, крестик, жаль, конечно, он не целый, но вот находка первая, старинный. Помыла я крестик. Посмотрите, мне, конечно, мне не хотелось сломанный показывать, но он такой красивый, особенно сзади. Просто я такой первый раз нахожу. Посмотрите, какой орнамент растительный. В общем, красота. Конечно, был бы он такой целый. Замечательная была бы находка и в моей коллекции. Опять у меня сигнальчик под деревом. И выпадает вот такая вот конинка красивая, латунная. Что-то опять капает. Вроде и туч нету. А дождик начинается. Придется опять бежать в машину, пережидать. Но ищем дальше. Тишина, красота. Сейчас сигнальчик был. И выпал мне. Жалко, часть не целый. Вот такой замок. Видите, накладки латунные. Сгнил. Только вот верхушечка осталась. Интересный. Я такой не находила. Классненько. Такие вещицы мне тоже нравятся. Вот только там замок выкопала, и у меня опять сигнал. Уже монетный. Это 15 копеек рамочник, 1954 год. Советик. Медно-никелевый сплав. У меня монетка 20 копеек рамочник 1946 года. Советик. Медно-никелевый сплав. Прозвучал сигнальчик, и посмотрите, в комке торчит. Что-то кругленькое выпало и блестит. Ух ты! Ого! Кругленькое. Не серебро ли это? Это, похоже, крышка от часов. И рисунок на ней есть. Цветочки какие-то. Вот бы целые это часики найти, круто. Жалко, только ее изуродовали. Какие-то точки пробитые. Что-то делать, наверное, хотели. Да, класс, серебро, круто. Я крышек от часов ни разу не находила серебряных. Вот это находочка. Хоть и изуродованная, не целые часики, но все равно круто крышечку такую найти. Вот такой узор у нее, цветы. Классно, серебро. Я очень рада такой находке. Серебро не часто встречается, пусть даже и не целое, а с дырками, но серебро. Не зря говорят, дождь серебро. Пусть не монета, но все равно серебро. Крутая находка. Вот здесь я выкопала крышечку от часов, сделала шаг, и у меня опять сигнал. Смотрите, это может от этих часов. Механизм. Жалко, все часы разломали. Ну ладно, ищем дальше.
Смотрите, сколько травы. Вот в такой траве я и хожу. Ищу находки. А птицы заливаются после дождичка. А комаров видимо-невидимо. А вдалеке кукушка кукует опять. Смотрите, какие старые деревья стоят. И на них грибы растут. Во какие грибы. Ну, у меня сигнальчик. И кругляш. 3 копеечки, советик. 1928 год. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Алюминиевая бронза. Вот из этой ямы. Земля замечательная. Песочек. Ну, а я ищу дальше. Вон черемуха цветет. Запах, конечно, просто обалденный здесь, на деревне. А здесь, смотрите, опять старинное дерево. Старая, вон какая кора. Интересная, с рисунком. А у меня сигнал сейчас был опять у дерева. И прям на лопате вывалилось. Ой, упала. Это 5 копеек. 5 копеек, 1930 год. Монетка в хорошем сохране. Алюминиевая бронза. Старого формата. СССР, пролетарии всех стран, соединяйтесь. И крапива растет, все руки обожгла. Деус, когда кладу в траву, а потом беру голыми руками, а там крапива. Сходила в машину, чайку попила и с новыми силами решила опять на поиск. Красота! Опять кукушка куковала. Целый день сегодня кукует. А у меня сигнал. Выпала вот такая конина. С посеребрением. Смотрите, здесь клеймо. Буквы. ЕГЭ. Клеймо мастера. Красивая конинка. Украшение конской упряжи. Еще вот такое мне кольцо попалось. Это тоже украшение конской упряжи. И посмотрите, здесь вот кирпичи. Керамика какая красивая, глиняная, осколки. Кринка, наверное, была. Ну, вот такие у меня находочки. Иду по обочине. Здесь у меня сигнал, а здесь вот дорога. И выпала монета. Похоже, царская. Одна копейка. 1801 год. ЕМ. Павел I. Похоже, лопата съездила. А смотрите, какой гурт-то шнуровидный. Классная монетка. Ну, хоть одна царская попалась под вечер. А то уже я собираюсь домой. Пора заканчивать коп.
Отличная монетка. У меня вот здесь у березы сигнал был. Я вот помыла, выкопала вот такую штучку. Вот какие-то крепления тут. Латунную, красивую. Не знаю, что это такое. Накладочка, что ли, на что-то. Ну, красивая такая, узорчатая. Классная находка. Мне такие нравятся. Не только же монеты искать. А это лопухи растут. Листочки зелененькие. Потом будет большой-большой лопух. Вот я вам снимала дерево с грибами. Сейчас сигнал был прямо вот у корней. Вот здесь. И какая-то штука попалась интересная. На ней рыбы вычканены. Не знаю, что это такое, конечно, интересное. Такая она большая. И на ней рыбы. Бронзовая, похоже. Что-то интересное, конечно. Ну, догадайся сам, что это такое могло быть. Но красота. Забираем. Сейчас у того дерева нашла штучку такую с рыбками. Так и кружусь вокруг этого дерева. У меня вот сигнал тут был и выпала монета. Советский монетосик. Конечно, сохран желает лучшего, но монетка. 15 копеек щитовик. Год не знаю какой. Отлично. Но все равно монетка. Смотрите, какая красота. Солнце за облаком огромным. И лучи спускаются, а там, похоже, дождь идет. Круто. Откопалась я. Собираюсь домой. Вот намыла свои приборы. Деус, он как блестит. Как новенький. Лопата Фискарс. Положу в машинку до следующего копа. Сейчас завожу свою машинку Hyundai Таракан и еду домой. А на улице вообще красота. Даже езжать не хочется, но пора. Устала. Сколько ж можно, все не прикопаешь. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч!